В эти дни во многих регионах на стадионах жарко и в прямом, и в переносном смысле слова. Потоки воздуха из африканских пустынь принесли температурные рекорды в южные регионы России. На Северном Кавказе, Кубани, в Ставропольском крае, Астраханской области термометры днем показывают больше 40 градусов. В Ростове-на-Дону зафиксирована самая высокая температура за 5 лет. В Москве в выходные дни начнутся дожди. На следующей неделе синоптики предсказывают значительное, порядка 10 градусов понижения температуры.